пришли в комнату смеха для хомяков. Ну, и что здесь смешного? Ха-ха, обхохочешься! Или, может, это смешно? Ничего не понимаю. Может, вниз спустимся, там проверим? Да, точно. И что? Ой, какие тут узкие окошки. Ой, Доча, ну, я сейчас выйду и посмотрю, что это за комната такая. Понятно. Тут гигантская морковь. А, Доча, а ты вообще какая-то гусеница. Всегда мечтала быть пиратом. Пиратом. Йо-хо-хо! Ребята, угадайте, в кого мы сейчас превратимся? Ой, мне так нравится эта игра. Я так хотела быть русалочкой. Ой, мама! Мама, а давай ты превратишься в лучшую подругу русалочки? Я такая красивая. А кто лучшая подруга русалочки? Морковка, что ли? О, ну, вот тогда я и есть морковка. Ой, ой, не могу. Мама, ты такая смешная. Ой, Доча, ни за что не догадаешься, в кого я сейчас превратилась. Я атаман, я главарь. У меня есть большая конфета. Моя конфета. Жалко, что нарисованная. Мама, а я кто? Я даже такой мультик не знаю. Ой. Посмотри, я ослик. Ослик. Да какой же это ослик? Это жираф? Кто проживает на дне океана? Я, кажется, застряла, мама. Застряла? Не может быть. Сейчас посмотрю. Это моя жирненькая. Опять ты застряла, Доча. Ой, это вот как не вылазю. Ну-ка, дай лапы. Сейчас потянем. Чё там в духе? Фею сдали, а вот я! Зюма? Я думала, мы тебя дома оставили! Ага, как у Барка, так Зюма! А в комнате смеха без меня пошли девчонки! Давайте в игру поиграем! Угадайте, где окажется хомячок! 1, 2, 3! Та-дам! Ну, кому тут налить немного меда? Мам, а я так хочу быть принцессой, феей! Только боюсь опять застрять! Да не будь ты такой трусихой! О, вот это другое дело! Сейчас мамка вылезет и тебя сфотографирую! Держись! Ой, сейчас только спущусь и... Как тут... О, Доча, я подумала, может селфи сделаем? Вдвоем? Улыбочку! Улыбочку. Все-таки какая у тебя Доча красивая. Йо-хо-хо. Я пчела-паникер. Зю-зю-зю-зю. Мам, что-то мы уже, наверное, все посмотрели. Домой пора. И кушать хочется. Да, точно. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте много-много лайков. О, я это люблю. Мама, я уже вылезаю. Пойдем мороженого покусаем. Не понял? А куда все делись? Юма хомячка, так никто и не нашел. Всем пока. Хорошего настроения.